Кишинев, наведем порядок. Порядок означает инвестиции в здоровье, муниципальные социальные программы для врачей, уважительное отношение в больницах и поликлиниках, новый современный бесплатный диагностический центр. Раз в два года каждый житель Кишинева будет обеспечен бесплатным профилактическим медицинским обследованием. Время реагирования скорой помощи уменьшится до 10 минут. Согласно договоренности с зарубежными партнерами, медицинские учреждения Кишинева получат 15 реаномобилей и 45 автомобилей. Порядок – это здоровый город. Голосуй за единственного кандидата с четким планом развития Зинаиду Гречаной.